Хей, братюни, у микрофона по-прежнему Леон. И в этом видео я хотел бы вам рассказать и показать, чего я добился за 2 месяца существования на YouTube. И да, ребята, этому каналу на момент создания данного видеоролика почти 2 месяца. Завтра у него будет юбилей. Создан был данный канал 31 октября 2019 года. За данный промежуток времени я набрал 120 подписчиков, а также около 4000 просмотров. И, по моему мнению, это вполне неплохо, так как я не покупал пиар у различных ютуберов. А сейчас на экране вы видите ролики, которые собрали более 150 просмотров. А также единственный ролик, который выстрелил на моем канале и собрал уже более 1200 просмотров. На канал я загрузил 14 видеороликов, которые собрали 277 лайков, 135 комментариев, а также 32 дизлайка. Я выражаю огромную благодарность тем, кто подписан на меня и регулярно смотрит мои видеоролики. Тем самым вы помогаете мне. Сейчас я хотел бы вам рассказать о моих планах на 2020 год. Набрать 100к просмотров под 7 видеороликами. Набрать 10к под одним видеороликом. Набрать 100 лайков под одним видеороликом. Сделать 10 коллабов с известными блогерами и ютуберами. Купить нормальный микрофон и вообще обустроить себе студию. Начать стримить. В следующем году, я уверен, мы сможем достигнуть отметку в 1000 подписчиков. Я уверен, у вас получится, если вы все поставите лайк на этот видеоролик и подпишитесь на мой канал. Ну, в принципе, на этом все. Огромную благодарность хотел выразить своим подписчикам. И в честь этого в следующем видеоролике я сделаю глобальный конкурс на 100 подписчиков. Ну и в принципе на этом все. У микрофона был Леон. Всем удачи и пока.